Ну, что хотел бы сказать, что да, случаются такие матчи, когда много моментов и полностью доминируешь, но сегодня мастерство не позволило нам победить. Вот. Желание у ребят было, даже где-то, я думаю, моментами даже перехлёстывало. Вот. Ну, и, конечно, замены, которые я сделал в перерыве, и потом получилось, что не повлияли на исход матча, даже где-то, может быть, не сработали. Спасибо. Ваши вопросы? Дмитрий Синяк, спортивная панорама. 42-й матч подряд остался в запасе. Я ему второй матч даю шанс, чтобы он вышел, доказал, что он достоин играть в составе. Я думаю, что вы видите, что он в первой игре вышел безобразно. И сегодня он вышел, и рухнула вся структура игры. Поэтому вот мой ответ. У меня нету незаменимых футболистов, и так как он сейчас играет,